Выступления творческих коллективов из Югры, а также Башкирии, Чеченской республики и других регионов России. Окружной дом народного творчества устроил виртуальный арт-тур. Проект посвящен году культурного наследия народов России. Вся программа построена на диалоговых линиях и отображает уникальные самобытные традиции, обычаи и обряды. Как отмечают организаторы, фольклор изменчив и многолик. И сегодня это важный драйвер развития современной культуры. Благодаря виртуальности мероприятия зрители увидели выступления заслуженных коллективов народного творчества, пообщались с ведущими деятелями искусства и уникальными носителями культурного кода России. Проект можно посмотреть на портале культура.рф. В одну какую-то концертную программу это включить невозможно и пригласить всех абсолютно. Мы решили сделать его, назвали виртуальным. От чего? От того, что будет очень много включений из других регионов Российской Федерации, наших друзей, партнеров –